Так, хорошо. Да, сел микрофон, к сожалению, появилось эхо. Все, значит, ужасно. Вы, конечно, это заметили, что появилось эхо, это ужасно. Мы на это обращаем внимание как раз сейчас. Вот, понимаете, смотрите, мы сейчас не думаем о том, что все-таки я продолжаю трансляцию, даже с учетом того, что микрофон. Мог бы вырубить ее, да, а вы думаете о том, что эхо появилось. Вы обращаете внимание на то, что появилось эхо, а не на то, что вот если бы трансляция вырубилась, было бы гораздо хуже. Правильно? Вот оно, позитивное мышление. Видите, как у вас мозги устроены. Интересно, да? Здесь фишка такая есть важная. Вот для тех, кто учится и так далее, да? Там для мастеров, для людей темы. Мы все собираем из подручных средств. Даже если микрофоны не работают, даже если кнопочный телефон, да? Лучше сделать, чем не сделать. То есть лучше провести эфир с кнопочного телефона с херового качества с интернета, да, чем не провести эфира. Да. И это важное правило темы. Вы должны к этому привыкать. Многие из вас, кстати говоря, друзья мои, не ведут эфиров своих. Те, которые у меня в теме учатся, и вы не ведете своих эфиров. Почему вы не ведете своих эфиров? Скажите мне, пожалуйста. Стесняетесь, боитесь. Вот сейчас 500 человек практически. Ведь это же классно прокачивает всех. Это прокачивает вас. У вас у всех есть YouTube. Вот смотрите, 500 человек с YouTube, пользователи YouTube. У всех фактически свои каналы есть на YouTube, да? Прямо сейчас выходите и начинайте вести эфир, снимать в эфире. Вот у нас сейчас стартует онлайн-тренинг через, сейчас скажу, через сколько он дней стартует? Через несколько дней. Я в днях уже потерялся, я уже забыл, какой год сейчас. Вот, в общем, неважно, через несколько дней. Стартует онлайн-тренинг, присоединяйтесь к этому онлайн-тренингу и начинайте вести свою новую классную жизнь и светить то, как вы знакомитесь с девицами, смотреть, как другие знакомятся, как вы общаетесь, как соблазняете, это очень классно. Или вообще что-нибудь интересное рассказывать в YouTube. Это классно прокачивает людей, очень. Дает вам аудиторию, дает вам определенный кайф, вы можете кайфануть, то есть вы можете выйти в эфир и кайфануть. Каждый раз вы выходите в эфир и кайфуете. Потом вас встречают люди на улице, здороваются с вами, находите новых друзей. Вот это очень классно вести трансляцию. Даже если у вас кнопочный телефон и нету микрофона, и нету студии для записи этих видосов, да, по барабану, неважно, выходите и ведите. Так, ладно, друзья, все, уже 73 минуты, мне пора возвращаться к своим прямым обязанностям, заниматься сексом, соблазнять женщин, вот. Желаю вам, чтобы вы много еблись, все помнили смысл вот этого знака, да, и помнили, что мы за то, чтобы все еблись. И, конечно, те, кто давно хотели на мой тренинг, у вас есть офигительная возможность сейчас. Стартует два тренинга. Один тренинг стартует в Киеве, который я лично буду вести. Второй тренинг стартует онлайн. Люди, которые хотят на этот онлайн-тренинг и прокачаться, у вас есть возможность записаться на этот марафон. 3 недели идет марафон. И 3 недели вы постоянно тренируетесь, не отрываясь от своей работы, не отрываясь от своей учебы, да, вы тренируетесь там час-два в день, вы выделяете на то, чтобы тренироваться, для того, чтобы отрабатывать техники соблазнения, быть в теме, быть в тусовке соблазнителей, обмениваться классным опытом соблазнения женщин, смотреть на то, как другие это делают, подсматривать, как другие разруливают разные моменты с девочками, и у вас аккумулируется очень крутой опыт за это время, сколько вы проходите этот онлайн-тренинг. И к тому же у вас получается огромное количество единомышленников, с которыми вы потом будете выходить в поля, к которым вы будете приезжать в гости в других городах. Вот. Это онлайн-тренинг, он создан для того, чтобы эту интегрировать в нашу тему, да? Для того, чтобы связать соблазнителей друг с другом. Это очень важная вещь для связи соблазнителей друг с другом. Это наша мощная тусовка. Вот. Ну и, соответственно, конечно же, туда еще вольется целая группа, которая будет здесь в течение 9 дней. У нас будет тренинг в Киеве.
Киеве, мы будем всех женщин соблазнять, снимать. Оттрахаем весь Киев, захватим Киев, это будет эпический тренинг. Вот, потому что очень много народу, это будет круто. И очень много здесь женщин, они нас ждут, поэтому у кого есть возможность, используйте эту возможность прямо сейчас и приезжайте в Киев. Вот. Если у вас там русские паспорта, да, или если вы из Беларуси, свяжитесь с организаторами, они вам расскажут, как пробраться, потому что мы знаем, как это делать. Мы уже пробирались, это очень сейчас непросто, но это решаемый вопрос, абсолютно решаемый вопрос. То есть нас эти сложности совершенно не останавливают от того, чтобы путешествовать в это безумное время коронавирусное и время каких-то непонятных событий, войн, да, там. Могли бы мы представить 5 лет назад, что для путешествия из Москвы в Киев нам потребуется оформить 5 документов и кучу разрешений на выезд из России, на въезд в Украину. Это просто бред, короче. Но мы сейчас в нем живем, и нам надо адаптироваться, и совершенно не вариант не путешествовать для нас. Надо адаптироваться к реальности. Не надо ждать, что будет лучше, да. Надо просто адаптироваться и здесь, и сейчас жить так, как получается, оформляя кучу справок и документов, выходя вот эти вот, находя вот эти выходы из этих дурацких ситуаций. Все, друзья, пока.